Ребята, всем привет, с вами канал 24. Сегодня мы рассмотрим очень интересный мод, который я записываю еще раз, второй раз. Это у нас Mercedes-Benz X-класс. Блин, опять 25. Вот эта кнопка, которая должна гореть всегда зеленой, почему-то у меня всегда горит красный, падла. И я всегда даже не обращаю на нее внимания. Давайте смотреть, я сегодня уже посмотрел его, когда записывал. Еще раз вам о нем расскажу. Выглядит на самом деле классно. И в действии сейчас покажу его. Прям реально супер. У нас тут ничего такого сверхъестественно, но одно стоковое у нас шасси 4x2. Здесь кабина одна, понятно. Двигатель 190-258. По трансмиссии 7 передач. Это коробка автомат. Но мы будем на механике ездить. По интерьеру вопросов 0 просто, ребят. Я говорю сразу. Вопросов 0. Сделано реально добротно. Очень классненько, мне очень сильно нравится. И почему бы нет? Но есть, конечно, однозначно у него интересные плюхи в плане... Короче, дальше расскажем. Что касается по покраске, на цвет и вкус вы можете себе выбрать либо металлик, либо стандарт. По аксессуарам достаточно маловато. И, в принципе, в целом, все, что хотите, все добавлено уже за вас. Как говорится, тут у нас ничего такого уже добавить мы не можем. Вот, потому что за вас все уже добавлено. Но здесь есть такой вот минус. Вот это что это? Не, к сожалению, багажник мы не добавиться не можем. Почему? Непонятно. Внутри то же самое. Ничего такого. Все стандартно, все стоково. Ребят, на самом деле. Это я быстро рассказал, потому что я уже... Потому что я его пока записывал видео без звука, да? Я оставил тот... Видос, который без звука, потому что он приходится мне, знаете, допустим, каких-нибудь видеороликов в плане записать там о истории модах и так далее. То есть, почему бы и нет. Вот. А сейчас у меня вроде звук идет. Вроде. Мне нравится. Стоп-сигнал. Есть. У нас слушаем звук. В принципе, в целом обычный простой звук, не повторяющий ни у кого. Обычный простой звук. Аварийка у нас работает. Особенно звук. Звук классный, кстати, аварийки. И поворотников. Классно просто. Так, есть. Есть, есть. Да ё-моё, блин. Будет засвечиваться, кстати, сразу предупреждаю, видите? На приборке. Бортовой компьютер у нас есть, все присутствует. Звуковой сигнал. Вот это, я здесь могу выделить минус, потому что вот этот звуковой сигнал реально очень хиплый и давит очень сильно на уши. Надо, хотелось бы, конечно, его более поинтереснее быть. Стекла у нас анимация есть, присутствует. У нас присутствует. Аварийка работает, поворотники у нас работают, дворники у нас. Я, в принципе, в целом не вижу. Я не знаю, как они на самом деле работают, но я не вижу анимации. Ладно. Что касается... поехали. Что касается... Поехали. Что вот... Вот что касается. Так, поехали. Прокатимся. А, кстати, насчет... Что касается насчет анимации света. Я, в принципе, не могу вам сказать, что есть он или нету. Я, в принципе, первый раз, когда снимал, я не увидел. Слушайте, по первым впечатлениям могу... Я вам могу сказать, что модик офигенный, реально. Очень быстренький. Очень быстрый. Модик офигенный, покататься на таком красавце, почему бы нет? Почему бы нет? Я только за. Реально я только за. Я только за на таком красавце покататься. Сейчас. Ай-яй-яй, не успел, не успел, не успел. Вот, я только за покататься на таком красавце, реально. На коробке автомате, ребят, он идет. Немножко, да, надо поправить вот это. Самое главное забыл сказать, да. И в первом видосе я не сказал. Вот эта головка, которая выглядит, которая выглядывает, да, то есть вот тут надо поправить. Хотелось бы, ну, что-то переместил водителя очень слишком высоко, походу. Что-то очень сильно высоко переместил. Ну, ездит, я скажу, что очень хорошо. Ой, не-не, уже больше сотки едем. Больше сотки уже. Прям.
Короче, офигенный мод, реально. Просто офигенный мод. Покататься нечего. Я, честно скажу, сам удивляюсь от себя, что я такое говорю. Хотя вы, кто знает, уже давно я делаю обзоры, и всегда постоянно можете услышать, видеть то, что я, бывает, обсираю все-таки легковые автомобили. Ну, бывает такое, ребят. Ну, реально бывает, когда не вывозят, прям реально. Но тут я не могу обострать его, потому что он выглядит реально офигенно. Просто офигенно. Просто офигенно. Сейчас, давайте мы развоним. Вот, поэтому однозначно скачивайте, катайтесь на здоровье. Если кому что подходит, почему бы нет. Вот такой у нас Корсайт. Все ссылки будут в описании. Завтра будет стрим. Завтра будет стрим. Будет, скорее всего, конвой. Конвой, да. Почему, скорее всего? Я думаю, что будет завтра конвой. Да, покатаемся. Кто хочет, заходите. Посмотрим, короче, по состоянию здоровья. Фигню сейчас спорил, ладно. Короче, ребят, завтра будет стрим. Завтра либо мы поедем в конвой, если кто захочет, либо просто... Ну, посмотрим, короче, завтра. Даже вечером сегодня я на завтра выставлю стримчик. Вот, поэтому завтра стримчик будет. Во сколько, узнаете уже. Узнаете. С вами канал 24. Да подожди ты, ну что ты сигналишь? Ну... Задолбал, блядь. Сигнали, это сигнал. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Сегодня еще у нас постараюсь что-нибудь интересное выпустить. Вот. Звук, надеюсь, что записался.